С вами канал «Учебник вслух» о романе Джерома Дэвида Селлинджера «Над пропастью во ржи». Если можно было бы опросить читателей в разных странах мира, какое произведение олицетворяет для них послевоенную литературу Соединенных Штатов, то многие, а может быть и большинство, назвали бы «Над пропастью во ржи» Джерома Дэвида Селлинджера. Окружающий эту книгу ореол не меркнет с годами. Появление произведений Селлинджера открыло мне первого на моем веку современного писателя огромного таланта, и с тех пор это ощущение больше не повторилось при встрече с другими дебютантами, вспоминал, выражая широко распространенное мнение, американский поэт и критик Ричард Йейтс. В коротком романе «Над пропастью во ржи» герой Селлинджера, 16-летний Холден Колфилд, мечтал о том, чтобы когда-нибудь появился, наконец, писатель, с которым хотелось бы связаться по телефону, посоветоваться и вообще поговорить, о чем вздумается. Для американской молодежи таким непререкаемым авторитетом и любимым собеседником стал сам Селлинджер.